Больше 26 граммов синтетического наркотика PVP изъяли полицейские у 31-летнего жителя Набережных Челнов. Вся партия находилась при нем, лежала в карманах куртки. Полицейские уверены, что он является закладчиком наркотиков, просто не успел оборудовать тайники. Алина Бережная продолжит. Оружие, наркотики, денежные средства или иные ценности, добытые преступным путем. Если таковые имеются, поясните, где и что. Ему пришлось во всем сознаться, деваться было уже некуда. И честно сказал, есть и где лежит. Неизвестно мне наркотическое средство, оно имеется где? В кителе. Задержан 31-летний житель Автограда, официально нигде не трудоустроен. Как установили полицейские, на хорошую жизнь решил заработать продажей наркотиков. 29 найденных при нем свертков должны были стать содержимым тайников, но сделать закладки он не успел. Проведенная экспертиза показала, что в общей сложности в свертках находилось свыше 26 грамм синтетики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. На время следствия мужчина заключен под стражу. Алина Бережная, вызов 112.